Всем привет, меня зовут Николай Попов, я гитарист группы The Light 3, а также играю на гитаре с 6 лет. В этом видео буду притворяться новичком на онлайн-уроках гитары и смотреть на реакцию преподавателей. Если это видео соберет 2000 лайков, то я начну снимать следующую часть. А чтобы не пропускать новые выпуски, то подпишись на канал и нажми на колокольчик. А также напиши любой комментарий, это сильно поможет продвижению моему каналу. А если вдруг хочешь поучиться у меня игре на гитаре, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме, ссылки в описании. Меня зовут Камила, преподаватель по гитаре. В этот урок мы с вами изучим основы для игры на гитаре. Поставим руку, изучим основные аккорды, бой, перебой. Вообще до этого играли на гитаре? Ну, так, пробовал, но не особо. А гитару мне взять или как? Да, можете уже взять, да. Вот у меня. Есть аккорд ЕМ, это самый, наверное, простой аккорд. ЕМ это вот это, да? Да. Есть перебор, это с приглушкой, то есть это... Да, все верно. Очень хорошо получается. Мне кажется, что вы не первый раз играете на гитаре. Так. Очень хорошо получается. Может, есть песню какую-нибудь переборчиком посмотрим или нет? Есть песня «Прятки» там. А, это Хама и Наваи, да, песня про прятки? Да, но такая проблемка, там играется песня вот с каподастром. Ну, давайте попробуем, да, у меня есть каподастр тут тоже. Вот. А, есть каподастр? Да. А, есть. Есть каподастр, да, на какой, на четвертый лад, да, на какой? На пятый. А, на пятый. Вот там играется перебор. Понял. Ну, то есть узнаваемая уже мелодия. Вот так, да? Да, так. А потом D7, да? Да. Да, так. А дальше что-то меняется? Дальше. А, кстати, не знаете, у него есть еще другая песня, вот такая вот. Нет, не знаю. По-моему, не первый раз играете. Ну и там дальше, там какое-то продолжение есть, я забыл его. По-моему, не первый раз уже играете так хорошо. Ну просто вы напомнили песню «Прятки». Удивлена очень. Давно не слышала хорошие игры на гитаре. Не узнал? Кого? Меня? Нет. Только я была с непокрашенными волосами. А, ну нет, еще не узнал, нет. Сейчас. Что? Минуту. Да ладно, узнал я на самом деле. Что-то ты не повелась, я хотел это...
Вот так вот. Я думал, ты меня узнаешь или нет? Решил. Что? Почему, говорю, под Константином теперь решил? Под Константином? Ну, чтоб не узнали. Точнее, чтобы ты не узнала. Вот. Понимаю. Тогда сказал бы, что у тебя с камерой проблемы. А тебе решил позвонить, захотел превью с тобой. Понятно. Просто я в тот раз выпустил с тобой ролики, и много было всяких комментариев. Я так почувствовал, что все хотят тебя видеть. У тебя уже узнаваемая личность такая. Лицо твое узнаваемое. Прикол, прикол. Да, учил вот эту вот еще, но что-то она как-то... Но она пока не отработанная, вот, ладно. Сейчас. Вы не первый раз играете. Не верю я. Все, дальше не научил. Вы точно нигде не играете? Не, я нигде не играю. Почему-то мне кажется, это какой-то пранк. Ну, я играю, да, я гитарист одной группы, вот еще одной там. Вот. Ну, правильно, да, угадал, это ханг был, на самом деле. Ну, мощно, мощно. Вот. Это прям... Я прям кайфанула. Давно не слышала хорошей музыки с карантина. Потом я тебе переиграю вообще. Что-то я забыл дальше. Блин, я вообще не вышло. Понимаю, что? Я вообще не понимаю, как флажолеты можно делать вот так. Ну, искусственный флажолет. Помнишь, как весело бились витрины, мальчишинским смехом областных магазинов. Четыре аккорда, бутылка портвейна. То, что умеет, как кашка до Кобейна. Вареные джинсы, рваные кеды, за каждым углом гопота и скинхеды. И первая ночь, 16 лет отделений, зато мы узнали, кто мы на самом деле. Но когда я умру, проиграю свой раунд, меня закопаете в сырой андеграунд. Не падай, не брай, там закрыты все двери. Давай проверим, давай все же проверим. Когда я умру, проиграю свой раунд, меня закопаете в сырой андеграунд. Не падай, не брай, там закрыты все двери. Кинь гор земли, последний мой опенэйр. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения. У меня Николай. Очень приятно. У вас был какой-то опыт игры на музыкальных инструментах вообще? Нет. Хорошо, то есть укулеле будет вашим первым музыкальным инструментом. И покажите, пожалуйста, свою укулеле. Так, вот она. Угу. У вас гитара. А, это гитара, что ли? Угу. Ну вот, как бы вот, я думал, это укулеле. Нет? Нет. Я, к сожалению, не смогу вас научить играть. Ну, а тут не одно и то же, нет? Нет, не одно и то же. Ну, можете тогда, может, что-нибудь сыграете так просто на укулеле что-нибудь? Ну, давайте.
знаешь, что еще. Ну круто, первый раз, кстати, я слышу на укулеле. Я сам часто играю. Спасибо. Не за что, до свидания. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любить, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежал жизнь, прыгнул со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Слушай, я сейчас вот планирую сейчас так, как... У меня времени свободнее стало, скорее всего, скоро ролик выпущу. Можешь там это ссылку на меня оставить в описании? Ну, хорошо, хорошо, да. Правда, я там тоже чуть налажалась и заметила. Заметила? Или я уже слишком придираюсь к себе, я что-то слишком... Главное не подать виду. Ну да, я сейчас старался виду не подавать, вот сейчас шел до конца. Жду ролика. Круто. Если хочешь, можешь что-нибудь сыграть, если есть такое желание. Есть у меня одно желание. Я сама пишу песни. Ну я тоже. Ну ладно. Так пойдет. А? Что такое любовь? Сейчас об этом вам поведаю. И было два сердца когда-то, и стало их в один миг. Он говорил нам, он говорил всем, он говорил себе, он говорил ей. Да-да-да-да-да-да-да-да, восходит с ума, яй-яй-яй-яй. Я и ты сошли с ума, мы сошли с ума. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну круто, круто, круто. Спасибо. Так. Напишите в комментариях, как вам песня. Да я так. Вы когда-нибудь уже, ну, пробовали сами научиться играть? Нет, не пробовал. Это мне все нужно повторить? Да, повтори. Похоже? Непонятно. Что? Вы умеете играть на гитаре, я сразу понял. Где я смогу себя увидеть, если что?
Ну, вот единственное плохо, что было, это вот у вас лицо плохо было видно, я даже не знаю. Ну, типа... А, ну да, моих эмоций не видно. Да, эмоций не видно, да, я даже не знаю, как бы, выкладывать, нет. Ну, канал называется Николай Попов, меня зовут. Вот, вот все. Так, давайте что-то там... Что? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Быть таким, как все, с детства не умел, видимо, такой в жизни мой удел. А она, да что она, вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, его меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Круто. Кстати, Камила, первый преподаватель из этого видео, сейчас активно набирает себе учеников. И она попросила оставить ссылку на ее профиль с Авито, где я ее и нашел. А второй преподаватель, Полина, которую многие из вас уже знают, ведет свой YouTube-канал. Так что подписываемся и записываемся на уроки гитары. Все ссылки я оставлю в описании. Ну и напоследок напишите, как вам видео и стоит ли дальше притворяться новичком.